Всем привет, ребят! Очередной роллинг, очередной коллекционер. Лучше, думаю, предыдущих будет. Просто Саня с ником Deadnet 9 гильдии Домовой. Вот так вот. Знакомая гильдия, первые места. VGamers, ID-шку видите на экране. Босс 4 2045, либо после факелов. Факела строго после 2045, нет, секунды раньше. В общем, вот так вот будут вас вычислять по таймеру, так что подумайте. Так, конечно, все хорошо. Поехали, смотрим аккаунт. Аккаунт бездонатный. Самики накоплены. Это будет и весело сейчас. Так, хорошо, смотрим. 5 самиков забрали. Поехали, смотрим героев, что у нас есть, чего у нас нет. Душегуба нет, странно. Рэй, стрелок, Сетна, Командора, нифига себе. Огонь просто. Читерный аккаунт, Капитан Рогатка, Бугимен, Махатма, Малыш Ник. Рибит. Ну, такие герои, их не просто будет выбить. Так. Окей, поехали. Смотрим. Неплохо. Отлично, отлично. Супер, супер. Нормально, вообще огонь. Так. Ну, блин, бездонатный аккаунт. Это читерный аккаунт. Сейчас мы устроим ему тут читерный роллинг. Жесть. Всем будет таким донатами бить еще таких героев. Так. Да, и силушки не особо много. Так, хорошо. Let's go. Вот такой вот у нас коллекционер веселый. В принципе, надеюсь, мы выбьем, конечно, исцеление. Оно надо ему, но я надеюсь больше, что соберем СОшку и медузу соберем. Поехали. 54к. Сразу же бог грома. Весело. Рыцарь. Бульдозер. Ну, рандомчик. Рино, отлично. Уже получше. Так, что-то тут не то. Какой-то он не такой. Поехали. Все, всех героев мы выбили. Ну, конечно, будет сложно выбить таких героев, но постараемся. В принципе, падают тут, как и всем. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ворожей неплохо. Чё ж ты падаешь, когда ты уже есть? Блин, только одного Анубиса там, где надо, выбили. Все остальные упали там, где они уже есть. Асурик. Тоже неплохо. Еще один бог грома. Поехали опять в рейды. Не нравится мне это, очень не нравится. Неплохо так фрейка раздают. Бигфут там бедный бегает туда-сюда. Ух, так, ну думаю, половину собрали. Ого, ничего себе, 12 уже собрали. Но надо все-таки героя выбить. Собрать-то мы собрали, а вот недостающего героя хотя бы одного, как минимум.
Подбашка. Ну, подбашка у него уже есть. Блин, а падает-то, падает. Волочь, ну. Да что такое? Просто жесть. Что сегодня творится с рандомом? Я в шоке. Бездонатные аккаунты, короче, тащат. И нереально тащат. 33к и уже собраны все слизни. Офигеть. Блин, ну еще бы нам так герои упали. Блять, что это такое? Что это творится на бездонатах? Мой Майджи решили потроллить. Дракос. Я просто в шоке. Фух. Так, окей, поехали. Ну, хотя, в принципе, тут и повторки, думаю, нужны. На некоторых героев. Даже очень нужны. Вот мы Анубиса повторку выбили. Но хотя Анубиса лучше использовать КГшки. Варжея, Бигфута. Отлично. Так. Нужен Седна. О, стоп. Неужели? Ух, ну хоть одного выбили. Я уже начал переживать, огонь. Роллинг, в общем, удался. Хоть одного недостающего. Ну, блин, такой бездонат, конечно, прикольненький. Вариант. Еще одна седна. Это уже повеселей. Так, ну давайте. Блин, а этих рыцарей падает, конечно, немерено. Что это такое творится? Что-то ему очень прет. Опять подкрутили. Да, таких героев выбить за 50к, я бы сам не против. Так. Снайпер, ангел, ну, тоже хорошие герои. Творится студеный. Я не знаю, напишите потом в комментах, сколько тут упало студенистых, но мне кажется, наверное, больше всех. Эктоплазмов тут точно. Еще и друида в конце выбили. Офигеть. Просто офигеть. Жалко, конечно, ведьму не словили. Вот это печально. Ну, блин, герои, конечно, упали кайфово. Ну что, поздравляю, недостающий один герой есть. Священка есть, воодушка есть, тыковка. А вот тыковка с воодушевлением, конечно же, ну, блин, печально. Ну, в принципе, для Афины воодушку можно будет поставить. Тут третье можно будет поставить рунами. В принципе, должно хватать. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, сейчас пойдем откроем еще седну. Хороший аккаунт. Я бы сказал, даже самый такой топовый, наверное, среди всех бездонатных сегодня. Судя по героям. Просто хорошо запакованный. Так, троечка. Ресурсов, конечно, нет, но ничего не поделаешь. Там у нас еще интересного есть. Ну, священка, конечно, топчик. Шесть тут героев. Донатные столько не имеют, сколько здесь, блин, на бездонатном аккаунте. В общем, такой вот, ребят, роллинг. Вроде и попроще, но все равно выбили хотя бы одного недостающего. На таких аккаунтах сложно выбить, когда много героев. Конечно, можно
трешечки тоже бывают. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.